уже выйдет этот влог? Скоро. Up all night on my mind, got me thinking. Wanna stay, can you give me a reason? I don't think so, I don't think so. I'm in love with someone, but I'm not sure. She can love someone back the way they love her. I don't think so, I don't think so. Jump in me, if you wanna go. You can leave, and leave my heart alone. Waking up to nothing when you're super far from home. And I watch you fall asleep at night and lay there on my own. Got me begging for... Значит, мы сели в такси. И Даша говорит: блин, фу, как воняет. И, короче, мы всю дорогу обсуждали, что от таксиста воняет. А потом в конце он нам говорит на русском: где вы садитесь? И мы такие: блин, короче, он все это время знал, о чем мы говорим. Что он воняет. Но от него очень сильно воняло, поэтому я считаю, что нужно об этом говорить, потому что это было невыносимо. Не, вкусно реально. Нужно сфоткать для родителей. В жизни не поверят. За здоровье. Да. Вышла новая серия. О, господи, первый раз смотрю. Сейчас будет мой поцелуй. Там Даша целует. О, нет, сэр. Ого, Даша. В прошлый раз, когда я приезжала в LA, это было 3 года назад, и мы приехали сюда с мамой, и точно так же мы пошли в UCLA, и у меня просто глаза разбегались. Теперь мечтаю поступить в USC, и сейчас, я не знаю, этого не видно, но у меня точно так же, вообще, я офигеваю, здесь очень круто. И если я здесь когда-нибудь буду учиться, это просто, это будет нереально круто. Короче, USC — это не как финашки. Здесь есть магазин собственного мерча. Он огромный. Внутри есть Starbucks. Нет, на самом деле я набрала, здесь есть не только мерч. Это все вот это вот за забором. Вот это вот все огромное. Это футбольное поле. А вон там же типа крыша, трибун. Мне кажется, USC должен поехать на чемпионат мира по футболу в России. You're saying it's hopeless, that I should hope less. Heaven can help us, well maybe she might. You say it's beyond us, what is beyond us? The sea and the stars. We've been meteoric even before this. Burns half as long when it's twice as bright. О, тёлки, кстати, тёлки, тёлки, кстати, метры. Угадайте, что я делаю. Я такая: зачем ты сушишь носок? А я такая убегаю и чувствую, я наступаю на что-то мягкое и думаю: господи, хоть бы это была собачья резиновая игрушка. И файт! Кто-то знает слова. За что? За здоровье. Нет, чтобы никто не обосрался во время ужастика. Я пытаюсь строить у себя шеф-повар, Даша помогает. Я с тобой, моя попытка номер 5. Сегодня еще один красивый завтрак. Я бы сказала, очередной красивый завтрак.
таки быть заберу салат, если ты не считаешь его красивым. Я на такое не подписываюсь. Это было вкусно? Это было очень вкусно, но я еще не оклемался, когда я запахать. Это самые вкусные бургеры в Санта-Монике. Называется Pierre Burger. Боже, сколько лет я говорила сестре, что самые вкусные бургеры? Это те, которые на Санта-Монике. Попробовала с Терой. And I will still be here, stargazing. I still look up, look up, look up for love. I will still be here, stargazing. I still look up, look up, look up for love. Look up for love. Look up for love. Look up for love. Я уже это рассказала. Ну вот. Я за Испанию. А я за Россию. Это так грустно. А я за Россию. Мне интересно. Готовы сегодня тусить, праздновать, разговаривать? Young, alright. My teacher said I'd be a failure. They called my mama just to tell her, oh, your son is trouble, there's no doubt. He's never gonna leave this town. Oh, mama, look at me now. Нагоняем, выпить на сегодня. Ты киллер, убей за мой счет. Отправить за мой стол. Красный крест, приведи котлет. Сейчас я вроде Глеб такой, такие типа чок. Все-таки успели в Чик-филе, и мы очень довольны, да, ребят?
Зато приятно. Зато быть видно на твоем лице. И мы не знали, что жить так сильно на самом деле невыносимо. Все фильмы сняты, сценарий слизан, только другой кадр с видеопризм. Бывает капризный, а кто-то и вовсе молчит. А твой сценарий прописывал скрипт, его не совпал. И рушится вселенная. Подставим фильтр, а снимем снова. Если хреново, опять будем снова. Застряли в лентах, видеокадрах. Мы существуем в цифровых данных. Повсюду ленты снимают фильмы, что аж за ними реалий не видно. И ранним утром не смотрим в окно мы, а первым делом листаем альбом. Скажем, не кто мы. Скажем, не кто мы. В этих очередях, как товар на полках, разложены в соцсетях. Обертка поярче, не важно, что внутри, и секса побольше, чтобы каждый не пропустил. Поднимем контрастность, сотрем все лица и станем в позу, как будто обычно. Подклеим кадр, размоем бэкграунд. Жалко, что жизни так не бывает. Все с первого дубля, повсюду границы. Ну дайте еще чуток насладиться. Подставим фильтр, а снимем снова. Если хреново, опять будем снова. Застряли в пленках, видеокадрах. Мы существуем в цифровых данных. Повсюду ленты снимают фильмы. Только за ними реалий не видно. И ранним утром не смотрим в окно мы. И первым делом листаем альбомы.